Первокурсница Дарья на факультет журналистики пришла осознанно. И не для того, чтобы прославиться, а чтобы помогать людям. А точнее, людям, имеющим большие проблемы со здоровьем. Родители-врачи с детства привили девушке чувство сострадания. Каждый день Даша видела и слышала истории о детях с церебральным параличом. Рассказать о них и их родителях она хочет всему миру. У меня есть такая, наверное, глобальная мечта, мечта X, снять фильм впоследствии документальный, не знаю, как он будет выглядеть вообще, про моего папу, поскольку я считаю без всякой предвзятости, что он гениальный врач, и снять вообще фильм про его работу, про становление вообще его как врача, как профессионала. Вот. И я уверена, что этот фильм привлек бы внимание очень широких масс аудиторий и поднял бы очень много проблем, не только медицинских, то есть и не только проблем в ДЦП, но и вообще такую широкую аудиторию. Проект Союза журналистов России и Самарского отделения, в частности, призван научить молодых журналистов быть грамотными, деликатными, не бояться задавать неудобные вопросы. Проблема общественного здоровья в зеркале СМИ – это возможность для будущих акул пера попробовать свои силы на практике. Куратор проекта, доцент кафедры теории истории и журналистики Екатерина Выровцева говорит, важно научить их быть профессионалами, не ожесточая свое сердце. Это самый сложный вопрос. Мы его тоже здесь уже обсуждали за круглым столом. Однажды было анкетирование журналистов, и там я вот запомнила фразу на всю жизнь, что кто-то не сможет снять репортаж у гроба, а кто-то сможет и сделает это классно. Как этому научить? Будем пробовать. Или, может быть, это данность там, от рождения. Но мы будем разговаривать о том, как не навредить. Итогом семинаров станут публикации студентов журфаков, самарских и областных средствах массовой информации на медицинскую тему. Лариса Шлафаст, Марианна Мирная, Артем Сулайманов. События.